Булату Бакалову изменили меру пресечения. Решением суда из СИЗО его отправили под домашний арест. Возможным это стало из-за того, что теперь он не занимает пост акима Павлодарской области. Роль сыграло и ухудшение состояния здоровья. Подробности расскажет Артем Клева. Булата Бакалова задержали в середине января по подозрению в превышении должностных полномочий. В суде прокурор требовал арестовать его на 2 месяца. Объяснил тем, что, имея должность главы региона, чиновник может воспрепятствовать следствию. В итоге гособвинителя поддержали и отправили до 16 марта в СИЗО. Спустя несколько дней кресла акима области он лишился, а потому сейчас ситуация изменилась. Мера пресечения изменена на домашний арест ввиду того, что Бакалов освобожден от должности акима Павлодарской области, не имеет доступа к документам, могущим представлять интерес для следствия, и в настоящее время не может воспрепятствовать объективному расследованию уголовного дела. Ухудшилось состояние его здоровья в связи с содержанием под стражей. Находясь дома, выходить Булату Жумабековичу запрещено, если это не касается явок по вызову к следователю. Телефонные разговоры, отправление почты, пользование интернетом тоже исключили. Еще к экс-акиму не могут ходить гости. В квартире, где он живет, могут присутствовать лишь близкие родственники. За подследственным и его местом проживания установлено наблюдение. Артем Клима, Дмитрий Моисеенко, телекомпания «Ирбис».